Безопасные окна. С 1 сентября во всей стране производители пластиковых окон обязаны оборудовать свою продукцию замками безопасности или, как их еще называют, детскими замками. Уполномоченная по правам ребенка в нашей области Татьяна Океанская посмотрела, как на одном из ивановских предприятий соблюдаются требования ГОСТа. К сожалению, статистика несчастных случаев, связанных с выпадением детей из окна, неутешительная. Цифры, начиная с 2011 года, росли. До 2014 года они дошли до 15 случаев выпадения из окон. В 2015 году, благодаря профилактической работе, очень мощной, по всей стране, в частности, на территории нашего региона, мы снизили, на мой взгляд, значительно до 4 случаев выпадения из окон. Правда, из них 2 были тяжелыми, с летальным исходом. И вот год 2016, к сожалению, он тоже был для нас печальным, потому что уже больше 15 случаев были зафиксированы. Снизить страшную статистику можно только двумя способами. Благодаря профилактической работе с детьми и родителями, а также за счет совершенствования законодательной базы. Изменения к требованиям ГОСТа дают надежду, что окна действительно станут безопаснее. Тем более, что стоимость установки блокирующих замков относительно невысока. Если это будет детский замок, который нужно установить на еще не установленные окна, то это порядка от 700 рублей. Если же это будет детский замок, который устанавливается уже на установленные окна, то это от 150 рублей и выше. Все будет зависеть от фирмы замка. Блокирующее устройство не дает створке окна распахнуться полностью, а режим проветривания при этом сохраняется. Можно поставить как врезной замок, так и ручку с ключом. Для уже установленных окон можно приобрести специальную защелку. Есть еще и четвертый вариант. Это опция Tilt First, в переводе как «первым откидывание». Снизу створки установлен сам замок. Его практически не видно. Простым поворотом мы закрываем. При этом створку можно только открыть на проветривание, как в предыдущем варианте, а открыть створку нельзя. Татьяна Океанская не только посмотрела, как работают блокирующие устройства, но и сама попробовала ими воспользоваться. Ничего сложного для взрослого человека в том, чтобы обеспечить безопасность своего ребенка в работе с этими замками, безусловно, нет. Это очень легко, быстро, доступно по цене. К сожалению, вступившие в силу изменения не решают проблему полностью. В случае, если заказчик не хочет устанавливать замки безопасности, он вправе подписать дополнительное соглашение об отказе. Но представители оконной компании обязаны напомнить, чем чреват такой отказ. Здесь речь идет о детях. Конечно, когда приходит молодая семья, мы рекомендуем устанавливать детские замки, потому что стоимость его настолько минимальна и не сравнится со стоимостью жизни ребенка. Не стоит также забывать, что москитная сетка – это ловушка, жертвами которой чаще всего и становятся дети. Проблема выпадения малышей из окон сезонная, но это не значит, что нужно ждать до лета, чтобы установить блокирующие замки. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ, Иваново.